Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Cause I'm hurt you wrong. And I'm only gonna hurt you now. Cause I'm hurt you wrong. And I'm only gonna hurt you now. Get in the mic. Привет, ребят, привет. Здорово, не больно. Привет. Здравствуйте. Харькову привет. Салют, МС Кабан. Как ты там, МС Кабан? Здравствуйте. И снова и Харькову здравствуйте. Гукова привет. Ты на полу, да, лежу на полу. Кайф. Нет сил дойти до кроватушки. Кировограду привет. Триада была на Rap Music, да, в 2003 бородатом году. Я снимался на первом канале в каком сериале? В сериале «Лучик» и в сериале «Чужая кровь». Я мастер сериалов. И Краснодару привет, Башкирии салам. Вечер добрый Краснодару, на потолке же. Оренбургу салют. И снова Харьков. Нас надо ехать в Харьков, да, ребят? Здравствуйте, Тимофей Евдокимов. Привет Нижнему Новгороду. И Львову привет. Белгороду привет. Здравствуйте, здравствуйте. В Пензу не знаю, когда приедем. Харьков прекрасный город. Красивый, кайфовый. Кухня. Да мне нравится кухня. Не знаю, будем ли сниматься, зависит от меня. Вывезу ли я игру. Периодически вы пишете, что я классно играю. Кто-то пишет, всего негатив решил, что он актер. Я-то как раз так не решил. Я не скажу серию, но 28 марта будет она. 200... Дай бог памяти. Не то 10, не то 16. Добро пожаловать в Ведра в бар. Приду туда скоро. В Майкопе были, да, и не единожды даже. Дина никуда не пропала в Краснодаре. Актер из тебя неплохой, спасибо. Как ты относишься к бессмертию Дункана Маклауда? Спасибо, Анастасия, за цветочки весенние. В клипах хорошо играю. Ну, нет. Ну, не знаю. Ну, такое. Можно и лучше. Привет, привет, да, всем привет. В Воронеже буду, в апреле же буду, в Воронеже. Что же вы так невнимательны? Камчатке привет. Бум-бум, Петрозаводск, да пока нет в планах. Волгоград, да вот поеду уже скоро, 24 марта в Волгоград. Кариночка, не спите, 24 марта. И в Инстаграме здесь есть инфа, и ВКонтакте, везде. А то вот так приезжаешь, а потом говорят, блин, был концерт, а я не знал. Сольный в Краснодаре будет осенью. И Ростов будет осенью. А в Магнитогорске неизвестно когда. Омск не знаю когда будет. Кустанай, Салам, Казахстан, One Love. Снимался в «Реальных пацанах». Ах ты мой маленький Эркюль Пуаро.
Беларуси привет. Слабинску привет. Почему с Краснодара уехал? Захотелось. Не знаю, сложно с Украиной. Вот в Харьков можно попытаться, потому что там автомобильная граница, и можно попытаться в Харьков. Может, и попытаемся. Привет, армавирец. Утраченные люди исполняю на концертах, вот в Москве исполнял. На сольных исполняю. Негативные победы. Хотел бы с кем-нибудь записать. Да, с Бамблбизи можно было бы. Вероятность увидеть меня в Харькове существует. Она невелика, но она существует. Ижевск не знаю когда. Тихорецку привет. Салют. Анастасия Славянова, привет тебе. Прости, что так прочитал твою фамилию. А в Донецк? А нет, а в Ростов? Да, осенью. Здравствуйте. Да, знаю, знаю, да, конечно. Вы что, Алла из Боку, знаю. Логика. Ну, что-то слышал. Ну, так, никак, наверное. Буду читать свои стихи на видео. Да, буду. Посмотрим, что из этого выйдет. У нас в Питере прекрасная погода, -1 и снегопад весь день. Общаюсь с Гошей Мутарадзе, Пашковский, привет, Саратову, привет, Саратов, 25-го приеду. Братику в Пащковку, выбирайся. Выступление в Питере будет осенью. Сольное. На Черном море. Отдых, не знаю, поселок Бужит. Мурлыкову привет. А в Новосиб осенью. А в Беларусь, в Минске буду в апреле 21-го же. Вы что? Вы что? В Казань приеду, ну и в ближайшее время осенью, скорее всего. Калининграду привет. В Ульяновске пока не планируется концерт. Рыбалка в Питере пока никак, не знаю мест, людей. И ничего не знаю, и не умею. В Москве будет один концерт, скорее всего, в сентябре. В Москве привет. Посоветую книгу прочитать. Из последнего «Униженная и оскорбленная» Федора Михайловича Достоевского прочитаю. Мне зашла. Шалом. Шалом, Бэтмен. Путин красавчик. Оренбурга нет в туре. Тура нет. Ну, именно по теплу скучаю, по городу, по людям по теплу скучаю, конечно. 25-17 дней не планируем. На третьей Аулисе катаюсь. В Праге привет. По Европе нет, пока не планируем, но хотелось бы, конечно. В Харьков с Дину. Да я не знаю пока, подождите, по поводу Харькова. Это все так вилами на воде, вписано. Будыгей, брат. Ходил на выборы? Нет, я не ходил на выборы. Это какая-то глупость, мне кажется, была, а не выбор. Ну, вот опять же, мой выбор в том, чтобы не ходить на выборы. Со Шнуровым, ну, приятельствуем, дружба, это же такая долгая штука, которая требует 1000 проверок. Ну, опять же, где Шнуров и где я? Пока не дружим. Тель-Авиву привет. Вот в Тель-Авив бы я вернулся. Да я мало слушаю музыку. С Константой не знаю. Со Словецким вот может будет, кстати, что удивительная совместка. Привет. О, в Лос-Анджелесе слушают. Кайфово. Поеду в Лос-Анджелес. Привет. Что я уважаю из русского рэпа? Тут надо вот так взять, да? Да, ну, кого на самом деле уважаю. Тут так все сложно стало с рэпом, что, короче, ну, называть рэпом-то вообще. То, что сейчас называют рэпом, мне кажется, очень далеко от рэпа.
Ну или я очень далек от того, что сейчас называют рэпом. Как-то. Нифига, у меня волосы волнистые. Езжу на метро, да. В том числе. Новый клип планируется на песне на районе, но вот когда, не знаю. Да, верю в Бога, я православный. Голову немного выше, вот так, что ли? Сейчас мы все настроим. Супруга написала, что нужно дальше телефон убрать, убрал голову выше. Вот так видно меня? Так я будто бы свысока немножечко, да, на вас взираю такое. В реальных пацанах, да снимался, Николай. Конечно. Если бы я не снимался в реальных пацанах, зачем бы я выложил фотку со съемочной площадки «Реальные пацаны» и написал, что я снимался в реальных пацанах? Николай, просто подумай об этом. Салют, вонячек родной, как ты? Да, понравилась, крутая команда, все молодые, бодренькие. Артур Акцент, привет. Что, кофе в Минске? Передам, Ванечка, спасибо. Привет, всем привет. Я не ходил на выборы, как читал когда-то, легласье. Тебе не изменяет память. Я был действительно на Версусе, да. Мне кажется, это отдельная история, ну, Версус и хип-хоп-музыка, они как-то идут в параллельных вселенных. Они перекликаются, но очень немногим. Для чего мне эпизод «Реальных пацанов»? Во-первых, потому что я уже оттуда, наверное, половину знаю персонала и актеров и так далее и тому подобное. Артур, Акцент, поправляйся. Во-вторых, чтобы набить руку на игре, чтобы не волноваться, чтобы понять, как это работает изнутри. Опыт, сын ошибок, трудно. Вань, ну мне нужна такая, давай посмотрим, что затестим. Когда обратно в Краснодар? Да пока не хочется. Челябинску привет. Так, у нас тут предложение на совместный. Что про три породи борода? Да и все, их уже нет, видимо, пока. Сейчас добавим человека про Версус. А что это рассказывать про Версус? Уже все знают про Версус. И как батл Птахи и Гуфа, мне кажется, тоже все знают. Всем привет. Да, привет, Вова. Вами ресторатор, это Версус Батл. Как дела? Ну как там в Питере погодка? Куда ты едешь? Еще и разговаривать. Ты смотри на дорогу, смотри. Ездим по Петрозаводску. Я вон, смотри, какая шапочку подогнали. Что за шапочка? ПТЗ Underground. А у тебя зеркальная, и там не видно, что написано. А, ну это ПТЗ Underground, это этот. Луи там мерч делает. А, я понял. Ну, слушай, мне... Ты предложи Луи сделать проект с Витей Классиком. Назвать его Луи Вит. Да, у них же сейчас новый проект, они же сейчас втроем будут делать. Мы уже альбом записали почти весь. Прикольно. Ну, это шутка была про Луи Бутон, ну, на самом деле. Не, ну, у Луи же есть еще новый проект, там, Вуду называется. Автодюн. Все дела. А, я слышал, да. Слушай, автотюн, мне кажется, переизбыток. Да. Переизбыток. Он был актуальный, когда была песня, помнишь, первая с автотюном? Это «I'm blue, da buddy, da buddy, da buddy, da buddy». Ну, это когда было-то это? Ну, вот тогда и надо было его оставить, забыть вообще, как страшный сон. Вот. Ладно, давай, что, хорошего вечера тебе. Да, о, спасибо, давай, пока. Давай, пока. Um...
Что глянуть? Залагерная тема, пацаны, да не, пока не будет залагерной темы. Сейчас будет альбом, потом, короче, будет такая же тема. Следующий альбом, и там будут истории разные, там будет лагерная тема. Но в этом альбоме не будет пока. Приезжайте на Кубань, приезжайте на Кубань. Ну так что, бро? Данил, да я пропустил твой вопрос. Если вопрос какой-то пропустил, вы его дублируете и все. Альбом сольный? Сольный, да. Вова, расскажи, как начинал. Всего и не расскажешь. Привет, Брынковской большой. Когда Таллин? Таллин в мае, я так надеюсь, думаю. Астрахань. Вау. Новочаку привет. В Минск уже чемоданчик собираю потихоньку. Что там с реальными пацанами? Все нормально, Ромик. Ромик, все нормально. А я всегда под чем-то. Я сам под собой, ребят. И два негатива, это тяжело. Сургут снег. Да у меня такая же снежная весна, ребят. Очень люблю вашу песню, как я попал в этот. У нас нет, у нас есть песня, как я попал в тот. А как я попал в этот, это дежавю, наверное. Давай домой, я дома. Казахстану салам, Батайску привет. Был на стадионе Краснодара? Был. Может, в Харьков? А может, и в Харьков. Краснодарский край. Кубань, привет. Спасибо за лавину. Мише Орлову привет передать не могу. В Краснодаре бахнул осенью, ребятушки. Новые клипы весной, я надеюсь. Надеюсь, и таки снимем. В СПБ, так я тут. Анапе привет. Спасибо. Хочу задать тебе пару вопросов. Так задавай. Как там Дина? Дина хорошо в Краснодаре. Добавь, пожалуйста. Куда? Куда добавь? Что тут поиск? Какой поиск? Эй! Эй! Что происходит? What's happening? В Ставрополь я бы приехал. Я бы приехал в Ставрополь. Почему нет? Почему бы не поехать в Ставрополь? С Фьюзом... Йоу, привет! Дядь Вов, привет. Привет. Ты как будто сейчас слышишь, ты квадратный весь. Эй, эй. Алло. Да. Привет. Дядь Вова. Или из матрицы звонишь. Брат, ты... Связь у тебя. Эй! Я слышу. Ну так себе. Оп! Вышел парень. Просто я сжигаю провода в других городах. Кого сыграли в реальных пацанах? Себя нет. Я сыграл в реальных пацанах Севыча. Дерево это я, дерево удар, ты не знал. Дядя Вова. Еще раз. Лучшая песня с последнего альбома. Не знаю даже. Наверное, медленно самое удачное. Это племянник твой, да. Вован, когда на Версус? Посмотрим, ребята. Ребята, ребята, посмотрим. Так, вот Антон Чебанов ждет. Надеюсь, я спалю его провода прямо сейчас. В Новочеркасск я бы приехал, я и приезжал в Новочеркасск же с Лешкой. Привет. Алло. Реально я палю просто провода и сервера интернет-провайдера в других городах, подключая на параллельный эфир. Так я попал в этот эфир. Объясните. Привет, Валера. Тун-тун-тун-тун-тун.
Ну, сейчас, если снова я что-нибудь кому-нибудь сожгу, то это будет прям жестко. Только с Петрозаводском нормальный коннект связи прошел. Потому что... Да не, все путем будет. Здорово. Да. Шо, как оно? Да ничего, нормально. Че, когда новый сериал выходит? Новый сериал. Старый это не вышел. Реальные пацаны. 28 марта. А че вообще какую роль сыграл? Все тебе расскажу. Как бы интересно. На громкой связи? Ну, могу наушники одеть, если нужно. Че? Могу наушники одеть, если нужно. Да не нужно. Да не нужно. Как дела, как настроение? Да пойдет все порядком. Где живешь? Дебальцево, если знаешь такой город. Я знаю там. Да, хорошее. Че? Котел у вас был. Да, плотный такой прям, здоровский. Что там, жесткого? А? Жесткого у вас там. Ну, сейчас получше, чем было. Ну, как бы вот сегодня пару раз опять что-то там где-то вдалеке жахнуло. Пахать. Ну да. Че, не думаешь с каким-нибудь концертом в ДНР приехать? Слушай, давай немножко. Че? Подождем. То есть, я понял. Не хочешь попасть в какие-нибудь там запрещенные... Слушай, я так понимаю, что... Потому что я выступал. Что? Ну, я в Крыму выступал. Там есть граница. Ну, Крым это Крым, как бы. Хотелось через Нарву. Не в этом дело. Очень понимаешь. Кто прав, кто виноват. Это же... Ужасы прям... Отечественных отношений. И с любой стороны. Просто потому что... Я тебя понял. Ну, опять-таки, не знаю, Птаха, Дига приезжали, ну, нормально вообще, как бы. Ну, люди Птаха, были рады. Ему это не мешает. Ну, Птаха, как бы, Птаха, ну, Дига, ё-моё. Ну, Дига под боком. Ну, опять-таки, согласен. Ладно, хорошо. Давай, рад был вообще пообщаться в эфире, счастливенько. Давай. Да, звук не очень, Егор, ты заметил тоже, да? Я думал, только мне звук не очень. Думаю, уже старость, что ли? Эхо было, да. Мы эхо. Новороссийск очень красивый, самый любимый мой город на побережье. Он живой, он настоящий, он кайфовый. Звони, Вован, есть разговор. Сам звони. Тебе надо, ты звони. Не можешь? Старость по-любому, да. Армавиру привет. В реальных пацанах я пока на одну серию. Посмотрим. Вот если вы организуете прямо фидбэк, чтобы прям волна шла. Типа, хотим еще Вована, я думаю, позовут еще. А нет, так и нет. Азову привет. В Геленджике набережная крутая. Видишь, Егор, в том-то и прикол, что в Геленджике набережная крутая, а еще там круто. Собственно, все. А в Новороссийске много крутых мест. В этом и разница. Голосовал? Нет, я не голосовал, ребят. Голосовал. Запросов все больше, ребят. А желание разговаривать на параллели все меньше. Не, надо поговорить. Да, я в Питере, ребят. Спасибо за... Абонент. Ну, я пожалуй. Сейчас. Привет.
Привет, привет, привет. О, привет, Вадим. Привет. Как дела? Я первый. Ништяк. Ништяк, ништяк, выходные. Все хорошо? Проходные, да, все хорошо. Как сам? Как джип Nissan, все хорошо, спасибо. Это. Перескочил. Я смотрел там, смотрел в Ютубе, ты концерты, ну, подрядничок, что, где, будущий график концертов ты выкладывал. Выкладывал. Было? Вот. Да. Что-то там Ставрополя не обнаружено, что-то там нехорошо из Ставрополя, как-то ты нас мимо обходишь. Слушай, ну Ставрополь, я же, видишь, теперь в Питере живу, если я поеду осенью в Краснодар, я поеду. И когда я поеду, попробуем запараллелить Ставрополь. Ну у нас же здесь рядом, как бы Ставрополь, Краснодар, юга, почему бы не съездить, не отдохнуть, ближе к лету. Я вот тоже теперь думаю, почему бы не съездить. Ближе к лету, Костя, погореть, конечно. Ставрополь. Да, ну вообще из Ставрополя, ну живу и работаю в Нефтекумске. А, в Нефтекумске. Ну там тоже, мне кажется, не отдохнешь особо, да? Да, конечно. Где тут отдыхать? Работа, работа. Человек, он всегда найдет где отдохнуть, на самом деле. Даже да, понятно. Ну, тут, знаешь... Угу. Все-таки ломаешь. Извиняюсь, позвонили, блин. Да, блин, ну да. Отдыхать тогда, где найдешь, ну, работа, семья, работа, не до отдыха. Ну, что понятно. И еще, Кося, Гуинплена в караоке нету в интернете, в принципе. Да, ну, правильно, это хорошо, что его нет. Но было почему? Бы... Слушай, ну, если бы у меня была бы популярность... Было бы прикольно, если был бы Гвинплен, и всем бы давали бы, ну, кто исполняет Гвинплен, маску Джокера бы давали бы. И пиджак. Ну, ништяк, да. Так, зеленый, да, ты такой вышел, хоп, бахнул. Ладушки, давай, хорошего вечера тебе. Да, ё-моё, что-то камера у меня. И вообще нет, ни в Гугле, нигде, вот с ребятами сидим, как бы подмедленно, под Гвинплен у нас постоянно, мы как бы любим эти все моменты. А попеть не вариант. Как бы слова наизусть знаем, но хочется под микрофон поорать. Караоке под биты. Ну, блин, нету никак. Ни в Ютубе, ни, ничего. Ну, триада да. Есть. Угу, да, триада есть. А, давай я подумаю, поговорю. Может быть, выложим просто там в мае, условно, там, минуса с прошлого альбома. Ну да, минусовочки было. Не, минуса есть. Тут... Просто минуса есть. А, есть минуса? Тут... Вконтакте минуса есть, да. Но хочется ж как бы на телеке там... Не все слова знают, компании поорать по сей день. Я понял. Ладно, давай, хорошего вечера. Давай, всего хорошего, рад был видеть, удачи, успехов. Давай. Пока. Пока-пока. Владимир, вы умеете играть на музыкальных инструментах? Если играете, то на каких? Если нет, то какие бы хотели освоить? Я плохонько играю на баяне, хочу освоить фортепиано и займусь этим. Я не могу тебе на такое что обсудить, чувак, деловой чувак, Мерседес или БМВ, не знаю, ребят, ох, не знаю, это извечный спор. Я как владелец Тойоты, я прям, ну, не знаю, мне все нравится. Да, много вопросов, я в составе группы в июне в Петербурге. Ярославль – прекрасный город. А, творчество Мияги Эйншпиль мне не близко. Алёше нравится, вот, например. Кто там хочет обсудить вопросы? Сейчас бы попасть еще. Много запросов. Много запросов, много вопросов. Харькову привет. Харькову шлю пламенные прибитосы. Был в Армении? Нет, не был в Армении. Братик, что по мне похоже, что я в Армении, а, Барев здесь. А, Барев! Привет, Во! Как дела? Привет, привет. Нормально, дела нормально. Нормально. Слушай, видел тебя, как-то приходил на студию к Игорю, я с Краснодара. А, привет, Краснодар.
Привет. Да все ништяк, вот пишемся. Слушай, у меня вопрос. Ты сейчас вот в Питере. А ты сейчас так же сводишь у него или нет? Нет. Теперь сам сводишь? Я слышал, вроде сам теперь сводишь, сам биты да. Вроде как-то пытаешься делать. Это Миша Нестеров, парень такой. А, ну-ну-ну. Петербуржец, местный парень. Ну, просто да, очень сложно дистанционно сводить, и поэтому проще здесь. Ну да, ну а вообще Игорь сводит вообще четенько, да? Четко, да. Мне прям вот нравится. Все мысли, которые есть в голове, все у него сразу там. Угу. Слушай, что, вот такой вопрос у меня. Допустим, если есть демка хорошая, готовая, то как бы можно было бы тебе ее скинуть, если бы она тебе понравилась, чтобы можно было бы записать фитос? Как? Хороший вопрос и правильный ответ. Никак. Да нет, слушай, на самом деле, я в принципе сейчас пока не пишу, потому что подустал после альбома. И совместки не пишу, потому что устал от совместок. Я последний стал на Nixed Mox и понял, что ну, песни-то неплохие, но если ставить вопрос прямо ребром, утратил бы что-нибудь или нет. Альбом, мне кажется, не утратил. По поводу совместок, в декабре, скорее всего, сделаем по привычке конкурс на фит. Ну, как-то только так. Потому что очень много, прям мега много запросов. А что за конкурс? Как он вообще будет выглядеть? Что там будет? Все, мы ВКонтакте делаем, здесь дублируем в Инстаграме. Ну, типа, выкладывается бит и выкладывается демка моя, и люди пишут свои варианты куплетов, и я потом уже там долго разбираю, выбираю. Слушай, у меня вопрос к тебе. А помнишь, года, наверное, 3 назад в Новороссийске был такой, типа, фестиваль рэп в эфире. Сейчас, извини, пожалуйста, друг, пришел. Привет, Джин Седой. Как дела, братан, куда пропал? Да, фестиваль в Новороссийске. Я сломал тебе опять интернет-провайдер, я умею. Вы, короче, был фестиваль. И Асай. Чего? Я тебя не слышал немножечко. Да-да, блин. Слушай, слышно тебе плохо? Напиши мне в директ, хорошо? Я все отвечу тебе. Алло. А слышишь тебя? Ну так, кусками. В директ напиши, я все отвечу, хорошо? Непонятно. Сломал. Я могу, короче, ломать вообще легко. Ломаю вашу связь, не глядя. Точнее, глядя. Пацан стрел, да? Там он на чужой хате был. Верхнему Тагилу привет. На чужой хате было, хозяева пришли. Идеи для клипов ты всегда по-разному, зачастую сам, да, придумываю. Графоманчик, привет, братанчик. И мне ответь в директ. Всем вам вот поотвечай в директ. В директ. Местечко заканчивается. Давайте последний совместный, да будем уже заниматься делами. Спасибо тебе, Руслан. В Украине не знаю, когда будут ребятки, вот прямо не знаю. Фотосессию собирался делать, ну после концерта всегда делаю на самом деле. Егор, я жду фит с Бастой, ну поговори с Васей, ты же общаешься с ним. Спасибо. Да я в Питере, когда в Питере? Я в Питере. На концерт Дрядовский в июне, Негативовский в осенью. Нам не хватает тебя. Мне давай сделаем фото. Вайн. Напиши мне. Факир ломает эфир. Котов в студию рифмует. Привет, тезка, привет. Что-то у меня с совместными эфирами. Какая-то беда началась, возможно, потому что
Места нет на телефоне катастрофически. Да, конечно, я не против, Егор. Мы обсуждали лет 7 назад фит, и куда-то это ушло в никуда. Хотим тебя видеть чаще, а я буду чаще приходить. Я буду чаще приходить. Спой невесомость. Я не помню невесомость. Привет. Алло. Алло. Я позвонил в Майнкрафт опять какой-то. Алло. Не слышно, не... О, привет. Ну, блин. Я же говорю, вообще легко ломаю просто. Давлю. Это потому, что я телефон далеко держу и смотрю на вас высоко и подавляю вас своей личностью. Ломаю просто людям интернет. Ломаю людям интернет. Вот так новости. Ладно, ребятушки, давайте будем прощаться. Эфирчик сохраню, вдруг кому будет интересно. Следите за новостями, так же, как я сижу за вами и вашими вопросами здесь в директе. Угу. По рукам. Всех обнял, всем доброй ночи. Кирюха, напиши мне, пожалуйста, в WhatsApp, когда завтра приедешь. Всем удачки, давайте, пока-пока.